Украинская националистическая партия «Свобода» начала работу своего съезда у здания МВД Украины в Киеве, где в понедельник пойдет допрос лидера партии Олега Тягнибока, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. «Мы вынуждены проводить свой съезд под стенами следственного управления, начинаем работу ХХИ съезда Всеукраинского объединения «Свобода», сказал Тягнибок в понедельник в ходе съезда. По словам главы мандатной комиссии, на съезд прибыли 496 из 640 делегатов. Сейчас возле здания МВД находится несколько сотен человек, которые держат флаги с партийной символикой партии «Свободы». Более 150 человек, из них более 60 нацгвардейцев, пострадали в ходе массовых беспорядков 31 августа у здания парламента Украины, которые произошли после принятия депутатами в первом чтении изменений в Конституцию страны в части децентрализации. Позднее стало известно о гибели троих спецназовцев из-за полученных в беспорядках травм. Глава МВД Арсен Аваков уже обвинил в участии и организации беспорядков партию «Свобода» и Олега Тягнибока как ее лидера. Правоохранители сообщили о подозрении в причастности к беспорядкам 18 лицам, в том числе трем экс-депутатам «Свободы».